Всем здравствуйте. По просьбам трудящихся, как говорится, сейчас расскажем, как работает капельный полив. У нас работают вот скважины. Вот скважина. Скважина закачивает воду сначала по трубам вот в цистерну в эту, где нагревается вода. Ну, потом, как говорится, насос выключаешь. Открываешь кран, сейчас у меня все разобрано здесь. У меня вот здесь стоял кран, сейчас он стоит там пока сзади, потому что тут все снимал, переделал. Вода идет вот по этой потолстой трубе. Да. И вода пошла по толстой трубе, двигается она. В ней вот просверлены дырочки. Сверлятся дырочки. Вставлены кранчики. Сюда вставляется капельная лента, и она идет уже. Везде, куда вам нужно. Здесь у нас не капельная лента, здесь у нас сделано было для полива деревьев, шланги стоят. Разница-то какой? Нет, только дальше я не пойду. Снято просто, не убрано, так и валяется на огороде сейчас она всю зиму. Вот такая идет капельная лента. На ней находятся вот такие клапанки. Клапана, дырочки с клапанами для полива. Одевается она вот так, легко и просто. Ну, здесь вот так откручиваешь ее, одеваешь шланг сюда посильнее и зажимаешь. Зажимаешь, вот так, не зажал. Так, я не открутил, потому что. Сейчас одеваем. Вот так. Зажимаем. Здесь ничего не сочится, ничего. И раскладывается она, как говорится, в порядке. А вокруг ее уже сажаются вот так растения. Ну, также открываешь кран, и оно пошло капать. И закрываешь кран. Расстояние между лентами делайте такое, как вам надо. Да, какие у вас грядки, в зависимости от того, какие мы у вас грядки. Мы делали под прополку. Да, если сажали мы арбузы, например, мы делали, чтобы между арбузами у нас проходил мотоплуг, чтобы меньше полоть. Мотоблоком прошелся, и полоть уже не надо. А потом, когда уже ветви бросают арбуз дальше, уже приходится, конечно, руками. Ну, а в конце забрасываем все, и уже не полим ничего, но все растет вместе с арбузами. Поливать очень удобно. Включили насос, открыли кранчики там, где надо что-то полить. Где можно не поливать, не открыли, ставили закрытыми. Вот у нас, где помидоры, сделано можно примерно поочередно. По метру расстояние между кранчиками, где помидоры мы садим. Что-то такое, культуры помидоры, вот морковку, свеклу. Мы где-то сделаем по метру, чтобы можно было ходить между ними. А вот где уже... Вот у нас шланг сейчас снят с огорода, с поля лежит с кранами. Вот здесь уже расстояние где-то почти по 2 метра у нас между кранами, чтобы можно было мотоблоком ездить. А деревья мы поливаем вот у нас одеты вот такие шланги куплены, как говорится, полиэтиленовые или как это. И где каждое деревце, мы просто-напросто шланг вот так, сейчас вам покажу наглядно, вот они, мы ложим вот так, да, и где деревце, мы берем, как говорится, шило и протыкаем шланг. Вот. И здесь у нас получается дырочка и идет полив деревьев, потому что капельки нету такой, чтобы на таком расстоянии были дырки. Мы приспособились вот таким способом. Во-первых, это самый дешевый вариант. Шланги вот эти не пластмассовые берите, а полиэтиленовые. Гофрированные, полиэтиленовые, да. Самые дешевые, они служат дольше, не один год. А есть шланги, которые еще пластиковые. Там, наверное, не найду куска. А вот есть, вот он, пластик. Есть вот такие шланги еще. Вот. Но эти шланги, они быстро сохнут, и они просто, как говорится, ломаются. Вот видите, они сразу ломаются. Они пересыхают. Это больше пластмасс.
массы здесь, чем полиэтилена. Это одни одноразовые, значит, вот. Брать кучешанги, где больше полиэтилена. Звезда Ютуба. Теперь вот видно у Милки уже живот. Что Милка беременная. Видно. Да, Милюша? Ай, бессовестная. Милка хитрая. Хулиганка. Вот любит, когда вот спинкой массирует. Вот так, вот так, 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 да. Как лиса. Хитрая вот до безобразия. Вот когда с ней тет-а-тет, она как лиса, она ластится. Самая ласковая коза на свете. Но если кто-то смотрит, все, Мила, у нас уже фиг ее приласкаешь. Начинает бодаться, показывать. Вот я какая, как я могу с хозяйкой. Да, могу и боднуть. Змея. Змея ты, Милка. Рожище-то, о, какие рожище. О, кошмар. Сегодня на солнышко. Мы с Оликом решили дрова попилить. Помощников у нас куча, как обычно. Такая вот у нас тут куча. Все пилим, никак не можем разобрать весь этот хлам. Старый свинарник разобрали. Надо все теперь это на дрова. Вот девки усиленно помогают. Что не распилят, то съедают. Да, что не распилим, то съедят. Вот такой вот у нас январь месяц. Милка. Теперь живот видно стал. Да, жопка. А у нас по крыше бегают кот и курица. Надо крылья им подрезать молодым. Подрезала, так все равно вот опять отросли, видно. Ну, кот сидит, греется. Ему пофигу до кур. Он их не трогает, не обижает. Котик у нас молоденький, бутуз. Вот эти дамы. Тут кто меня трогает? Кто тут меня трогает? Ласточка моя пришла. Победали. Пошли дальше с Толиком дрова пилить. Да, Анатолий? Готов? К труду. А, красоты мои лежат на солнышке. Лежат лапушки. Греются.